А что ты там смотришь? Как ногтик делают, что ли? Да? Тебе интересно, как ногти делают? Все, хлебушки нарезали. Всем привет, ребят. Наконец-то снимаю сегодня влог. Выходной день, отдыхаем. Кто-нибудь будет печенье? Собираемся завтракать. Это ты кому сделала, папе? Такой большой стакан? Осторожно только, пусть папа сам отнесет. А то горячий. Купили свежий хлебушек. Завтракать. Девочки, завтракать. Встаем. Ничего там лежат. Это Маргарита. Время уже. Часы сели. Вот. Время, между прочим, уже 12 часов. Что это, а? Мы обычно так и завтракаем. Да. В выходные дни. Да, да. Да, да. Доброе утро. Ты как принцесса. Знаешь, они так махают. Привет. Доброе утро. Завтракать будешь? Кататься? Пойдем кататься. Сейчас покушаем. Потом пойдем. Ты тоже пойдешь? Надо еще пойти коньки найти. Пакет для мусора надо. Опилки. Мы меняем только ему вот здесь вот, где домик. Потому что он только там писит, какает. Здесь вот все чисто. Мы домик убираем. Видите, вот это Шумик, все. Что там? Какульки. Шумик, ты будешь какашки кушать? Раз, два, три. Привет! Какой странный хомяк. Да? Привет. I'm sorry. Помнишь, Бонька, как реагировала на мертвую Кику? Mm-hmm. Ой! Я тебе дам сейчас. Ну что? Кики, когда умерла, помнишь, реагировала как? Вот у нас такой домик переносной. Мы сюда его сейчас уберем, чтобы он нам не мешал. Все, пока. Так даже, наверное, удобно. Не все менять надо, да? Только вот эту часть. Мой пирожок. Ну какие щечки у тебя? Ты щечки наел? Бонифу. О, щеки себе набил. Он вроде уже не лысеет, да? Вот тут немножко на попке полысел и все. Даже у него уже зарастает. Мне кажется, это от корма, Ксюш. Мы ему корм поменяли. Видите, у него уже зарастает всю шерстью. А так он у нас лысел. Другой корм, другой марки стали брать. Подороже. Пойдемте искать коньки в подвале. Дракон единорог. Пойдемте искать. Потом. Кушаться можно? Я надеюсь, они там недалеко. Вот мы только недавно там все убирали. Надеюсь, далеко не убрали. Так, та-дам! Тут у меня украшения, кстати, новогодние. Скоро нужно будет украшать. Какой-то у меня искусственный. Там один живой стоит, а это искусственный. Так, где-то... Я знаю, что... Что это за волосы? Нужно папу звать. Нет, не надо туда залазить, Каролин. Нужно папу звать. На помощь. Нашла я. Так, перчаточки еще. Тут ваши. Я всегда вот Макса. Покрыла тебя. Открыла. Макса и твои перчатки. Нет, сегодня не холодно. Сегодня даже солнышко. Самое главное, чтобы дождя не было. Папа наш кататься не будет. Я надеюсь, мы не опоздаем. Сегодня открытие. Будет представление. Там будут... Как там как написано, детская дискотека будет на коньках. Там будут уроки давать бесплатные, базовые. Как на коньках кататься. Тяжелые? Давай. Можешь? Ладно. Пошли. Выбросили картон сегодня.
И опять приехал еще картон. Я себе заказала такие ботиночки. Лаковые. На платформе. Какие всякие? Низенькие такие вот. Давно хотела лаковые. У меня есть одни, но там 38 размер. Они мне маленькие, у меня 39. Маргарита не поедет, она с подружкой. Потом попозже, вечером. Во сколько вы поедете? Часов 5? 4 в 5? Там до 7 открыто. Не налезет тебе на этот носок. Приехали. Ну, вроде не так много народу. Сразу идем кататься? Да? Прям сразу? Или погулять? Кататься. Кататься? Так, парковки там нет. Уже все занято. Папа все равно туда поехал. Очень много машин сегодня. Очень много. В этом году они сделали пластиковый пол. Я не знаю, какой это пластик специальный. Но это не лед. Я так не могу. Давай, попробуй. Попробуй, давай. Вообще, вообще как? Зато не намокнешь. Да, давай, давай. Давай, катайся. Мама, я правда упаду, я не знаю, сейчас как. Мама, это непривычно? Каролине не нравится. Не, на самом деле неудобно. Как-то странно очень. Особо не едет, не скользко. И Макс тоже не в восторге, я смотрю. Са, ну пойдем тогда погуляем. Пойдем? Пойдем в это, в торговый центр погуляем. Мороженое кушать пойдем. Да. Пойдем. А то дождик, вон Макс уже вылез. Я так думаю, что уже представление закончилось, потому что никого нет, все катаются. Открытие уже было. Мы опоздали. Все, пойдемте оставим в машине и за мороженым. Тут уже все украшено. По-новогоднему. Он все равно придет. Придет? Шарик знакомый, да? Вот тут что-то новенькое. Ангелочек. Пойдем. Красивый, да? Такого не было. Давайте поедим мороженое. Пуфика вообще мало. Ксюш, тебе хватит пуфика? Орео будешь? Пуфика вообще там мало, вот этот синенький. Пуфик. Какое мороженое? Смурфик и шоколад? Видите, я замерзла. По ногтям можно понять. Фиолетовые ногти, кончики голубые. Холодно мне. Туда на улицу выйдем, посмотрим. Мы там еще не были. Пошли, Каролин? На каток посмотрим, как там катаются. Вот он, каток сверху. Народу мало. Если был бы настоящий лед, мне кажется, было бы переполнено. Не особо много народу. Маргоша, не знаю, приедет или нет. Вроде она с подружкой хотела приехать. Каролина упала. Подскользнулась на деревяшке. Больно? Да. Не ушиблась? А? Попу ударила? Да. Чем еще лед? Мы тут в прошлом году покупали игрушки. Ну, в принципе, то же самое все, да? Все то же самое. Красивая гирлянда вот эта. Это тоже свечка? Я думала, просто стаканчик. Красиво. 16,95. Тут все в красной тематике. Оленята. Кто-то так неаккуратно смотрит, что же все это. Папа с детьми пошли в другое место, а мы сюда зашли посмотреть. Не знаю, куда-то вниз они пошли. Свечки. Ну, чуть-чуть запах есть какой-то непонятный. Это тоже свеча? Да. Это тоже свечи. Ух ты, красивая. В золотом стиле. Тоже красиво. Да, ну, блин, ничего не открывает. Да, вон, смотри. Снег пошел. Шейк-шейк сделай. Леденец. Да. Вот, ну, смотри, есть это, потом, когда ты все это делаешь. Для печенюшек. Это фигурка. Ну, это будет там. Ага, круто. Чтоб тесто уже было, да, с рисунком? Угу. Выбираем. У нас тут такая машинка появилась, аппарат. Сладкая вата. Видите, уже и люди не нужны, чтобы делали. Выбираешь форму. 7 франков, 6,50, 6,50, 7, 5,50.
всякие разные. Уэво. И потом там все будет делаться. А вкус какой там? Не знаю. И кто наверх поднимается и форму да, делает. Папа. Ну, всегда другой. Дымится будет цветочек делать. Вот сейчас будет цветочек. Раз. Два. Три. А, нет, не получилось. Она, видишь, не проминается. Тогда не не прилипает. Тогда не получился еще... цветочек. Не, не получился. Где? Пути закрыть. Сначала палочку чуть вытащи. Вытащи палочку. Вытаскивай, вытаскивай. Вот, теперь вытаскивай. Молодец. Не хочется ломать. А у тебя сердечко должно быть? Угу. Прикольно. Немножко, да, она неправильно форму делает. Это ты сама надавила. Да. Она падает, да. Маргошка приехала кататься. Сейчас посмотрим, как ей тут. Видите, народу немного. Обычно вообще переполненный, да? Ой, Маргошек едет. Макс с Каролиной опять зашли. С этими, с китами кататься. Чё, как? Все, пошлите домой. Я уже замерзла. И есть хочу. И пить хочу, и есть хочу. Оставь ее в покое, Ксюша. Ой, надо это. У нас сегодня такой простой, быстрый ужин. Отварила только картофель. Все остальное готовое. Сыр. Смотри, тут а и курочка вот тут жарится. Тут. А тут плавится сырочек. Топим сыр, потом заливаем картошку и едим все, что здесь есть. Нет. Это мы сегодня поехали на каток, там продавали раклет. Я увидела, и мне захотелось это блюдо. Застывает сыр, надо быстрее кушать, да. Либо ты его плохо растопила. Мама, он уже бульбуль делал. Бульбуль делал? В общем, мы так вот сыром заливаем картофель. И едим. Мама, мама, сыр! Мама, дай сыр! Только запах, конечно, по квартире потом сыра. Вонючий. Проветривать надо будет. Про Боню чуть не забыла. Сидит там, гавкает. Заходи. Не замерзла? В этот раз у нас большая пауза была. Не получалось снять влоги. Хотела попробовать снимать их кусочками каждый день. Ну, такая ерунда получается. Каша моложе, в общем. Не поймете, такой, знаете, влог получается сумбурный, непонятный. Поэтому я думаю, лучше снимать максимум 2 дня в влоге. Но если снимать так всю неделю, получается вообще ерунда. То пойду я спать. Всем пока. До следующего влога.